Здравствуйте. Ваших старших друзей. Ведь годы учебы в школе
доставили не только вам, ребята, но и вашим родителям немало хлопот и, конечно же, огорчений. Им тоже, родителям, детству приходилось нелегко. Они вместе с вами переходили с класса в класс, получали горькие благодарности. И вот сегодня, кажется, вот сегодня это все уже далеко позади. Но перед вами, ребята, стоит еще очень важная, сложная, трудная задача создать государственные, надеются на вас. И вы, пожалуйста, в эти оставшиеся 20 дней нас не подводите. И в заключение я хотел бы всем вам, дорогие ребята, пожелать счастливых билетов не только на экзамен, а чтобы удача сопутствовала всю вашу жизнь. До встречи на выпускных экзаменах! Состоялся педагогический совет о выпуске выпускников итоговой аттестации. Слово для зачтения приказа предоставляется заместителю директора по учебно-воспитательной работе Бахаревой Лидии Дмитриевне. Приказ номер 12 от 22-109 года приказываю. Параграф 1. Допустить к итоговой аттестации следующих учащихся. 11 класса. Бахтееву Азму, Бахареву Елену, Егорычкину Руслана, Кокорину Ольгу, Кокорину Татьяну, Кузнецову Светлану, Крестьянникову Олесю, Лузина Максима, Максимову Натаванову Екатерину, Чуйко Татьяну, Шаванова Сергея. 11 класса. Абатурова Романа, Григорьева Константина, Горбач Олега, Цитькову Светлану, Кокота Алексея, Козлову Наталью, Кривошеину Алену, Кушнер Елену, Медведеву Наталью, Миронову Марину, Никитину Татьяну, Романову Евгения, Третьякову Елену, Устюжанина Алексея, Чусовлянкину Наталью, учащийся 11 класса, Бородинскую Любовь, Демидову Ольгу, Егорычкина Александра, Ефимова Дмитрия, Засядко Татьяну, Иванову Наталью, Казаринова Алексея, Казаринову Елену, Кислякова Евгения, Кельдаву Ольгу, Коровина Александра, Стариковцеву Светлану, Кугаевского Павла, Поросных Анну, Решетникова Александра, Самодурова Сергея, Толмачеву Марию, Федосова Евгения, Ханову Елену, Хусаинову Оксану, Чуркину Татьяну, Шаршову Оксану, Щиткову Анастасию, Янзину Людмилу, учащийся 11-го класса, Торушина Павла, Демидову Марину, Ильину Юлию, Кулешову Анжелику, Кислицына Станислава, Лепневу Галину, Наумова Анатолия, Нащекина Алексея, Пенигину Ирину, Соловьева Олега, Франц Владимира, Шалобудову Татьяну, Шустова Андрея, Щамик Сергея. Параграф 2. На основании медицинского заключения решено Соловьева Александра, Черякеву Нину, 11-го класса, Завродину Ольгу, Кабанко Юлию, Федорову Евгению, 11-го класса, Калашницыну Наталью, Павлова Алексея, Чистякова Вадима, директор школы Ефимов Владимир Яковлевич. Важное событие.
Для вас извинились последние школьные числа. Школьные годы – это долгие 10, 11 лет. Все было с моей природой – и красота, и сказка, и добро, и звезды, и интриги. Но мы были сильными, справедливыми, умели дружить, любить, прощать и с ответственностью относиться к учёбе. В этом вам помогали ваши учителя. Кажется, что только вчера вы переступили порог этой школы. Я помню вас маленькими, взволнованными. Давайте же вспомним, какими вы были, когда в первый класс вы все вместе ходили. Бойкая очень Настя Щеткова. Мальчишкам дашь дальше, что тут такого? Таня Затятка и Маша – подружки. Вместе со сценкой и вместе частушки пели на празднике в классе своем. И до сих пор они ходят вдвоем. Света любила коня рисовать и лучше всех сочинения писать. Паша и Саша – друзья и артисты. Классные дела – они активисты. Иванова Наташа – тихая, добрая. Саша Коровин – мальчик тоже. Дима и Дима любил математику. Оля Демидова дружила с грамматикой. И Слепов Женя любил вышивать. Алеша Казарин – футбол играть. Самого Лена в классе помощница. А у Чуркиной Тани все спорится. Женя Федосов с Оксаной – спортсмены. Егорочкин Саша любил перемены. Всегда обрядно. Боровинская Люба во всем оплате. Лена Казарина сидела так тихо, но в споре с мальчишками она не трусиха. Аня любила на Сашу ворчать и подсказать, как ему отвечать. Оля Федалу на лыжах зимой весело мчится с горы Ленда. Вот так незаметно пролетели школьные ночи и расставания. Новые радости и трудности. Очень хочется, чтобы вы достойно выходили из любой ситуации, чтобы вам на пути встречались только добрые люди, чтобы вы не забывали родную школу и своих учителей. Счастья, крепкого здоровья и хорошей большой любви. Добрый день. Илья Александровна, Любовь Адамовна, Татьяна Альбертовна, Татьяна Васильевна, Галина Викторовна, наши первые учителя, учили нас справедливости и честности. Низкий вам поклон за это. И в знак огромной любви и благодарности примите от нас вот эти. Наши любимые
Последний звенит в коридоре звонок. Мы сумки под мышкой, мчимся в припрыжку и дружно шагаем за школьный порог. Чтоб на экзамене ни капли не дрожать. Сейчас нам надо на науки поднажать. Будет вас хранить прохлада, зелень леса, гладики. Не подайтесь на соблазны, и теперь выпускники. Между всей души желаем. Мы и вы закончили обучение. Нам гулять, а вам давать пришла пора. Пожелайте нам хороших развлечений. Мы желаем вам не пуха, не пера. Песня.
Школьная детка уходит от вас, принесите им молоко. Как елочные брани, кончается сказка. Широко раскрытыми глазами. Это чудес. Мы были подобны чистым белым страницам, на котором вы, наши учителя, писали свой текст, создавали человека. Какими мы станем, мы станем судить чина. Но мы завеяем, не подведем. И сегодня самое теплое слово благодарности хочется сказать нашим уважаемым учителям и вручить вам эти цветы. Вы нам подскажите,
совсем мы не знаем. Но как же нам быть? Ну вот это все же нашел лишь задачи. Если мы все мы тело, конечно, проиграл. И все еще прошло, мы экзамен взяли. Нам жизнь на иные вопросы ответить. Задачи другие заставить решить. И если нам жизнь по-прежнему будет, когда бы не случилось, если нет спасения, вы знаете, была никогда не забыть, и вам не оставить такого. Спасибо вам, Светлана. Спасибо вам. Это изобразительное искусство. Но мы стали подрастать и серьезнее вставать. Мы сладели, вы задали нам все больше усложняли. Вместо бабочек, жучков, попугаев, цветов, композиции, этюды составляли. Совсем трудно стало жить, когда начали черти. На вершину эту мы преодолели. Будем школу украшать, каждым словом вспоминать вас за то, что научили нас вновь. Благодарны ученики, обещают помнить очень доброе и строгие веселые дни. Вы учили нас литературе, как писать, читать стихи, и прощали нам великодушно наши диссертации и стихи. Как писать диктанты сочинения, как мы чему-то научились. Вам спасибо говорим сегодня за великое умение терпеть, не кричать, спокойно, терпеливо. Нам азы науки объясняют. Мы здоровья крепкого желаем. Мы на русском языке 100 тетрадей списали, и за это вам спасибо, ведь 100 раз умнее стали. Помните, Владимир, навсегда. Вы же детей, обучая по-прежнему, нас вспоминаете, хотя бы иногда. Ночью темной друг задание вспоминаешь, толстой книгой бьешься против сна. В мертвых душах ничего не разбираешь, где ушколь твоя едва жива. Знаем, бывало, мы вас огорчали и на доброту надеялись. Знаем, бывало, мы вас...
Спасибо, мам.
очень дорогая. Здоровьем, как у нас, мы передвинем горы и от души благодарим уроки физкультуры.
посвящается Мануканова Елене Арсеньевне. Кто, когда, зачем и сколько? Даст она на все ответ. При любой проблеме в жизни выдаст свешенный совет. Мы историю учили, древнюю и нашим дни. А теперь ее продолжим, время нам рукой своей. Да, ты разные запоминаешь. Как же тут не устанешь? Нами собой огорчались нередко в разы. Ждали от нас, мы поговорили другой другого. Мы не ступили сегодня по строгой стороне. Мы скоро уходим от вас, но все скоро. Темная ночь, по истории завтра дочет. И больше веков и годов мы опять повторим. Темная ночь, только наши родители спят, только звездочки в небе горят, все всего досыпают. Любим мы чистоту ваших искренних глаз, как мы хотим, но чувствуем вас достойны. Мы можем встретить и уходим сегодня от вас. Не волнуйтесь за нас, а вас беспокоит. Удачи всем!
живете в жизни. Ваше наставление вам не разобрало, но в душе сохранить. И кто вам добрым, честным, справедливым. В нашей школе, как нам вежливее стать и культурою блистать. Учат в школе. Мы не пели и не ели, стать примерными хотели. В нашей школе. Еще вчера ходила в первый класс, каракули писала неумело, и учителя воспитывали нас. Классная учительница, ты знания, труд, любовь нам отдавала, и долгими ночами, чуть не до утра, спать не ложилась, все в тетрадке проверяла. А мы порой не слушали тебя, но что поделать, о том и речь. Но все равно, как мать свои ребят, тебя мы уважали больше всех на свете. Из года в год, из класса в класс, ты наравне шагала с нами в ногу. Терпение и упорный труд вселяла в нас, твоей душой ты открывала нам дорогу. Теперь с годами мы намного поумнели, и школьного гнезда мы выросли и улетели. И больше в детство не вернемся никогда, а так охота в детство возвратиться. Бежать по коридорам весело толде, хоть бы немного, хоть бы малость окунуться в те сказочные ребячьи года. Елена Арсеньевна, спасибо вам. Спасибо вам большое за то, что вырастили, выучили нас. Теперь для нас открыты все дороги. Всю жизнь мы будем с радостью вспоминать о вас. Было много и радости, и огорчений. И все это вы разделяли вместе с нами. Спасибо вам за это. И я хочу вам спеть небольшую песенку. Кто ошибется, кто угадает, разное счастье нам выпадает. Часто простое кажется золотым, черное и белое, белое и черное. Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Я за тобой не следую. Я привыкаю, я тебе рада, ты не узнаешь, да и не надо, ты не узнаешь и не поможешь, что не сложилось, вместе не сложишь. Счастье такая трудная штука, то дальнозорко, то близорука, часто простое кажется здорово, черное белое, белое черное. Мы очень-очень любим. И вот такую молодую, и не любим.
большое, с молодой, прекрасной душой. Сколько добрых лет, сколько зим, отдайте душу, вы молоды. И учитель, каким будьте и дальше вы счастье полны, может не встретим на больше мы. Но мы будем помнить те походы, в которые вы нас родили, те поездки, куда нас просили. И те праздники, что проводили, вы времени много нам уделяете, за что мы вас любим и уважаем. И забудьте все прекрасно, каждый чем-то достороже. Только лучше нашей классной не старайся, не найдешь. Любим мы ее недавно, лучше друга в мире нет. И сегодня мы дарим самый яркий наш букет. Что?
школы до дома мы проделали в пути, равный 3526 километров. Колено прозвенело 25013 звонков, а сегодня прозвенит самый последний в нашей жизни звонок. Впереди же нас прошлым и настоящим, над всем, что вперед впереди.